наций в Женеве проходит очередной раунд афгано-пакистанских переговоров. Они ведутся через лично... Добрый день. Прошу, товарищи. Плохо запоминаю имена, отчества. Стало быть, Павел Павлович и Николай... Александрович. Александрович. Так, ну, что, кто вас интересует? Чем лично я могу быть полезен? С вашего разрешения. Пожалуйста, пожалуйста. И вы тоже, пожалуйста, Николай Александрович. Нас интересует работа вашего ДЭЗа. Будем кое-что проверять. Ну что ж, милости прошу, милости прошу. Если разберетесь, что к чему, не откажите поделиться, так сказать, поделиться опытом. Может, и сам, наконец, что-нибудь пойму. Садитесь, товарищи. Хозяйство у нас аховое. Сплошной Тришкин кафтан. Кафтан Тришкин. Все, знаете, так это запутано, переплетено. РСУ, ПЖРО, СМУ, ну и так далее. Ну так, с чего начнем? Мне бы хотелось повидаться с секретарем вашей парторганизации. Ну, он все чего-то болеет, но я зам, так что, если что, пожалуйста, ко мне. Надеюсь, у вас есть ключи от архива и текущей документации? Найдутся, найдутся. Что, справочку какую-нибудь, справочку навести? Да нет, будем целиком изымать. Максим Семенович, 3 часа. Как условились? Наша уборщица наша. А это товарищи из милиции. Из милиции, товарищи. Здравствуйте. С Софьей Рашидовной мы давненько знакомы. Знакомы. Знакомы.